Я разгладил свой поношенный костюмчик, надел стоячий крахмальный воротничок и вообще оделся как можно лучше. Хорошо не получилось, но все же до некоторой степени прилично. Сапоги, правда, чересчур плохи, да к тому же и шнурки рваные, связанные узелочками. Одним словом, оделся как мог и пошел в филармонию. Я очень застенчив, и благодаря плохому костюму и все-таки непривычке бывать в обществе, я чувствовал себя очень стесненным, признавался в дневнике Даниил Хармс в ноябре 1932 года. Современники вспоминали, что он всегда одевался странно, пиджак, сшитый специально для него каким-то портным, ушей неизменно чистый, воротничок, гольфы, гетры. Никто такую одежду уже не носил, а он всегда ходил в этом виде. В дальнейшем, впрочем, выяснилось, что у него и не было другого костюма, и этот единственный служил ему на все случаи жизни.